Так. Что-нибудь тут еще есть в лесу нужное? Это что за место? Вроде бы нет. Короче, на главный квест. Надо держать направление. Эй, кабан, стой. Стой, кабан, стой. Кабан, стой. Давай, пошел. Что у меня? Подбор предметов вынут, что ли? Нет. Какого надо тогда? Ой, ну тебя. Так быстрее добегу. Господи. Так, майнквест. Ну-ка, дайте мне отметочку, пожалуйста. Будьте так добры. У меня стоит там отметочка. А, вон она. Так, все, ребята, ну вас. Стойте тут. Делайте, что хотите. Я пошел. あのお城にはどうやって行けばいいんでしょうね。Как добраться, как добраться? Идешь вот так вот, идешь и добираешься. Че меня развернуло так? Ни с того, ни с сего. А, тут еще сундук есть. Чего еще? Все хорошо, все в порядке. Стойте, где стоите, не стоит волноваться. Под этим мостом ничего нет, кстати. Что-то не хочется проверять даже. Не туда бегу, мне кажется. Чувак, смотри. А, я вот что хотел попробовать. Хотел попробовать тяжелое оружие, ну-ка. Вот. Какой у меня...
А, ну у меня, собственно, и то, и то. Вот она знает черная катана. Вместо моторного клинка. Ну-ка. Просто надо знать, какое оружие апнуть-то сейчас. Сейчас кузнец будет скоро. Я до сих пор не знаю, чем хочу воевать. Всю игру пробежал, до сих пор не знаю. Клево. Как обычно. Саккино кикай-сэймэй-тай-тачи. О-тэ-ит-тэ-маста-нэ. 機械にも忠誠心が芽生えることなんてあるんでしょうか? Ух, урона, конечно. Ой, за катану. Дай боже. Эй. Так. Здесь сундуков не было запертых, я просто не помню. Вроде бы. Блин.
Ты не пройдешь, сказал 40-й уровень 52-му. И помер. Сундуки. Все дело в сундуках. Вот. Вот в этом, например. Пожелтевший справочник. Потрясающе красивый образец архитектуры замок Нойшванштайн был построен примерно 550 лет назад правящим лордом. В настоящее время он считается объектом всемирного наследия и ежегодно принимает множество туристов. Хотя... Упс. Секундочку. Хотя изначально использовался как крепость во время противостояния лорда против церкви. Замок Нойшванштайн стал домом для королевской семьи, другой знать, после того, как пламя войны угасло. Любящий литературу третий лорд замка Леонард построил библиотеку, которая похвастала самой большой коллекцией книг в стране. Эта комната остается одной из самых любимых черт замка по сей день. Это мне зачем рассказывают вообще? Это чё? Зачем это всё? Опять какие-то бесполезные сведения. Так, там лук лежал, но не забрал. Вдруг чё полезное дадут. Блин, тут же платформер, я забыл совсем. Кислятина. Что? Я тут слабо понял, что сейчас произошло. Ну ладно. Главное, что произошло. Да, осы. Платформеры. Так, мне надо... Куда мне надо-то? Куда мне надо или... Да ёп! Или не надо? Текино когики ни киоцке машо, Туби. Вакатта. Найензу. Э? Има нанте имаста? Вакатта. Найенс. Э?
違いますよね。もっとこうナインズ的な発音でしたよね。黙って敵を倒す。もうもうЧё, тут все обшарено уже, давай сундук откормит, не сделать ничего. Эй, парень. Будем считать, что умер. Куда вас стоит? Надо бы, кстати, включить. Где пищит? А, ну тут же нельзя зайти, господи. Ай, платформер ядреный. Да. Взлом, давай, взлом, блин. Ладно, делай. Ау-ау! Ого, 400 опыта дали. Круто. Автоисцеление плюс 2. Там сундук есть. Ну, был. До которого можно допрыгнуть при желании. Отсюда, но я его уже открыл.
4 часами ранее. Так. Что-то тут скрытых предметов. Вау. Много. Серебряная руда. Вроде бы где-то был сундук запертый. Вот не тут ли, что ли, ну-ка. Проклятие зверя. Копье в стиле царя зверей. Так, ну вообще-то тут это еще потайная комната была, и в ней, по-моему, тоже был ящик. А может и нет. Я, честно говоря, не знаю. Не помню, где она. Я хотел сказать. Ай. Thank you.
Эй, а дроп нормальный. Не дадите мне. Так. Вот тоже бесючий момент. Ну что, побыстрее ящики не могли сделать, чтобы двигал персонаж? Ну чё, блин, я сейчас минуту его буду двигать. Такая динамичная игра и такие фак-ящики. Его надо подвинуть прямо вот, вот туда он. Чтобы потом залезть. На мой взгляд, это совсем зря, напрасно. Да, я знаю. Даже не знаю, что точить. Но что-то надо по-любому. Я могу заточить темный импульс, божественное благословение. Чего вот это все так означает? Божественное благословение, темный импульс. Вы бы хоть как-нибудь намекали, что ли? Темный импульс, божественное благословение. Ну вот это вот я точно хочу заточить. Так. О! А это максимально, понятно. Заряд бота. Ага. Темный импульс. Хрен с ним. А, на это надо тело робота, а на это надо руку робота. То есть я могу, в принципе, и то, и другое заточить. Так, что ли? Да, вот это сделали. И вот это. Так. Эй, большие шестеренки нужны, а, твою мать. Ну ладно. Так, а хотя нет, стоп, не ладно.
О, жестокий плач. А ты пораньше не мог сказать, что ты такая сволочь? Сейчас на ап его мне, конечно, чего-нибудь не хватит. Жестокий плач, оружие из черного доспеха. А, это он мне дал. Что? Я что-то ничего не понял. За что такая честь? Большая шестерня. Ну, в принципе. В принципе, у меня оружие. Так, стоп. Еще раз. Сейчас проверю. Это максимум. Моторный клинок максимум. Ну и ладно. Больше, в принципе, ничего не надо. Так, что мне эквипмент-то теперь? Клятва. Так, стоп, а это скорость атаки, темный импульс. Скидка. Что значит скидка? В магазине скидка? Или чё? Или какая скидка? О какой скидке речь? Вы можете сказать? А ты сюда шел? Короче, вот если вот сейчас спрыгнуть вниз, то слева будет проход туда вот. В начало локации, где три кренделя и сундук стоит. Такая мини-секрет. Ну как мини-секретка, я ее довольно долго искал. А, это же назад. Так, все, сейф.
Пацаны, 53 уровень. Куда вы лезете, ё? Ломать что ли одного? Хотя это ни хрена не даст. Так я сохранимся еще раз. Если что, снова с ними не биться. Вот такого меча у меня нет. Где его взять? Тут за квест дают. Ну я что-то. Туби, аре, андроида даю. Шикаму аре ва Йорха тайпу жанай ка. Йорха токшуште экитай о какунин. Хакай о суйшоу. Хакай? Доузе? Найн ес. Ику ё. Туби! Так, стоп. Нет! Дура долбаная, зачем ты напала? Я хотел... Может быть, попробовать с ней поговорить можно, нет? Больше всего опыта, короче, за этих дают, как его. За змей. Девочки, про это говорим. Ау! Доусте? Доусте урагиттан деска? Урагиттан, Шурейбу даро. Туби, 追いかけましょう。くそ。
逃げられたか。バンカー、こちら 9S、 司令官につないでください。バンカー了解、司令官に接続します。司令官、ターゲット A2 の破壊は失敗しました。そうか、しかし二人が無事でよかった。あれは非常に危険な個体だ。迂闊に近寄らない方がいい。司令官、脱走って一体何が？その情報は機密事項になっている。教えられない。そうですか。 2B、 何？パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。雨の日も風の日も嵐の日も雷の日も、燃え上がる戦場の炎の下でも、その者たちはいつも一緒でした。どうしてだか理由は分かりませんでしたが、いつも寄り添って生きていました。いつまでも、いつまでも。パスカル、こちら 9S。 おお、ご無事でしたか。うん。それより君に聞きたいことがあるんだ。聞きたいこと？何でしょう。通信はダメだ、直接聞きに行く。わかりました。敵の侵入を防いでいたゲートを開けておきます。そちらから村に入れるように手配しますね。にゃにゃにゃ。Эй, как ты не долетел-то? Не долетел, то есть. Летел, летел и сдох. Что? Опс. Я вроде этот сундук открывал, нет? Нет, не открывал, значит. Ай, блин. Блин. Я напрасно не сохранился. Сможет сохраниться? Нет. Напрасно я не сохранился. Надо сохраниться. Так, ну, ворота открылись вот там. Ну, они, кстати говоря, и были открыты. Ну, хотя... А соко га... Паскаль га акете крета мон митай десне. Омачи сте оримашта. Ханаши ва Паскаль кара ките имасу. Дева, мон во киракимасу не.
Открывайте. Открывайте. Скорее. Белый флаг. Открыть ворота. Открыть ворота. Открыть ворота. Открыть ворота. Кабан. Кабан. Пошел. 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 Девонька, ты тоже запрыгивала. А я лут. Я за тебя буду собирать. Разойдись, кабаны прут. Ай, куда идти? Куда, 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 куда? Куда, куда? Прибыли. Ты что тут пухнешь, стоишь? Попробую еще раз, что ли, ломануть эту дрянь. Ой. Нет, все, уже не успел, считай. Одно неловкое движение. А тут их было больше, чем одно. Чего зависит скорость уничтожения вот этих вот кубиков? Может быть, вот слушай, почти успел. Это фейл сразу. Семь секунд. Давай, 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 давай. Опа, получилось. Хорошо. Видите ли, после того, как вышел из дома, мне начала нравиться одна девушка. Я думал, что у меня произойдет короткое замыкание, когда я взглянул на нее. Я никогда прежде не испытывал подобного. Это было так страшно. Ну, все хорошо. В следующий раз мы пойдем посмотрим на нее вместе, хорошо? Хорошо. Еще раз спасибо. Не могу дать вам больше, надеюсь, это компенсирует. Устойчивость среднеустанет нога робота. Две штуки урона в дальнем бою. Понятно. Это был автоскрипт. Я не виноват. Извините. Окей. Ногу робота дали. Так. Ты. Паскаль. Я к Паскалю обращаюсь. Хана Сьорьму. Кироку умите мурата хога. Ханасига хайна. Дарахот.
というアンドロイドで危険なアンドロイドとして認識しています。この村に直接来ることはありませんね。すみません。そう、各地を警戒しつつ一度レジスタンスキャンプに戻ろう。自我データのチェックと補給が必要だから。Так, подожди, вернемся. Тут квест какой-то есть еще. Опять что ли что-то случилось? Господи! Опять заперся что ли? Ну ладно. Прикол вообще. Прикол. Так, что на этот раз мы приготовили? Ага. На этот раз... Понятно. Еще и на время, небось, да? Ну вот, конечно, на время. Ага. В принципе, этих не надо, наверное, убивать. Блин. Опа. Хорошо. Я вышел и поговорил со всеми, кого видел. Я даже поговорил с девочкой, которая мне понравилась. Это было весело. Но затем стало тяжело, потому что с людьми не просто так разговаривать. Вы знали? Вам нужно пытаться понять их чувства и намерения. Поэтому я пришел к выводу, что намного проще остаться внутри. Но теперь у меня есть мечта. Я стану лучшим затворником, каким только смогу стать. В следующий раз я сделаю замок, который вы не сможете взломать за квадриллион квинтиллионов лет. Вы слышали моего дорогого мальчика? Теперь у меня есть цель. Как чудесно. И это все благодаря вам. Почему у меня такое ощущение, что мы вернулись к началу? Тело робота, голова, бальзам, навык, большое восстановление, поглощение урона. Вот тебе привалило счастье, мамаша, с таким сыночком-то. Который то убегает, то запирается. Не, ну, блин, они молодцы, конечно. Офигенные квесты делают в основном. Так, все, вроде тут больше... Тут больше... Ничего нет. Тогда куда мне надо-то? В сопротивление, что ли? С-
сопротивление мне надо, да, ну да. Назе A2 の情報をパスカルに聞いたの？え？司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん。ごめんなさい。でも、そういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。ありがとう、トゥビー。私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。ああ、トゥビーか。ちょうどいいと。実は我々アンドロイド軍が太平洋に展開している近々補給に戻ってくる。我々レジスタンスの君たちにもその護衛をお願いして。護衛？ああ、海岸沿いにある補給用の水機械生命体たちも、もちろん夜波部隊からの指令があれば頼んだぞ。уже на авианосец посылаю так быстро。А вот это уже получше, наверное, да? Автоисцеление плюс 6 и 16 ячеек всего. Что? Почему не лезет? Линия плюс 5 надо продать. На 23 ячейки это ни к чему вовсе. Хотя можно и было продать, что. Да хотя что продавать? Теряю время. Thank you.
Так-ка я подерусь с кем-нибудь. В пустыню, например. Ладно, куда идти-то? Туда, что ли? Блин, а если не туда? Конечно, не туда. Как обычно. Не на время. Здорово, чувак. А, 50 уровень, все. Ну, 50-то я, наверное, не успею. Это не страшно, наверное. Ай, хотя нарываться так не стоит все-таки. Не стоит, не стоит. Уворачивайся, уворачивайся. Давай, побежал. Парень, хватит наглеть, пора помирать. Ай, кто еще? Я все забываю, что тут лечилок нет.
усиления тоже нет. Возможно, я уже связался. Может, не зря. Времени мало. Хотя как мало? Полминуты еще. Подохни уже. Ну, это было просто. Ну как, не сложно уж. Тысячи правил. Давай посмотрим, что с 60 уровень. Понятно, в темноте, да, биться? Что, в полной темноте прям? А, то есть фонарь нельзя зажигать. Понятно. Ясно. Я только фонарь зажег, сразу пеньяк. Ну ладно. Блин, тут среди этих... Какой-то жирный, а. Так, нет. С тобой сражаться, да, вот с тобой надо сражаться. Да, хорошо, что автоприцеливание есть. Без него, блин, было бы сложнее. Ай-яй-яй, ну, в смысле, как автоприцеливание? Лох. Я имею в виду. Не автоприцеливание. Хотя, может, это и есть автоприцеливание? Да нет, я вроде на нормале играю. Автоприцеливание.
прицеливание это другое. В общем, не знаю. Что за хрень тут бегает? Ой, ребята, у вас не до хера тут заспаунилось на один квадратный метр арены. Огреб, огреб. Справедливо, огреб. Я воздушную хочу цель, да, вот эту вот. Спасибо. Не, ну 60 уровень это сносно. Довольно-таки. Конечно, жирные. Готов? Ага. А вот эти вот страшные. Эти ребята страшные. Давай, лечись, 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 парень. И чё, вы ничего больше другого делать не будете, кроме так вот прыгать? А чё, если тебя взломать, парень? Ну-ка, попробовать хотя бы. Угу. Угу. Развалился. Хорошо. А ну-ка, тебя еще. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Не. Успел. Сразу. Готов. Хо-хо-хо. 60 уровень. Изи.
指令4クリアです。Перезапуск, шанс выпадения прирост опыта плюс 6, класс. Не, ну 70 это, наверное, сложновато будет. Хотя надо попробовать, может быть, что. Правило, не дай своим ногам коснуться земли. Что? Вы такие офигенные парни. Я просто офигеваю с вас. И как мне это нахер сделать? Ну да. Ну понятно все. Тут, короче, надо. Так, у меня что, опять мышка накрылась меня? В общем, ладно, я на этой ноте закончу серию, начну в следующий раз. Пока-пока.